Несмотря на то, что дом двухэтажный, он имеет 4 яруса. В первом ярусе у нас располагаются технические помещения, во втором ярусе располагается гостиная, столовая, в которой мы сейчас находимся, и кабинет. Третьим ярусом располагается кухня. И четвертым ярусом над кабинетом располагается спальня и детская зона. В доме отсутствует лестничный блок. Благодаря этому лестница у нас является не отдельным помещением, а связующим между двух пространств и двух блоков здания. Благодаря игре ярусов сформировалось отдельное пространство зона детская с невысоким потолком, который комфортен для ребенка. И в атриуме, где располагается лестница, располагается сетка, в которой как бы любят отдыхать и гости, ну, особенно дети. Во время строительства пришла хорошая идея для придания фактуры стены, ну и как косвенно сэкономия бюджета, это оставить стенку без штукатурки. То есть это выкладывалось очень аккуратно кирпич, который в дальнейшем покрасился просто в белый цвет. Вообще вся концепция интерьера – это белые стены и натуральная лиственница. То есть тем самым мы как бы делаем акцент на объеме и на насыщении этого пространства. В отделке стен присутствуют два материала в основном. Это белая выкрашенная штукатурка и отделка деревом. Когда выбирали, чем делать, как-то остановились на лиственнице. Получилось оптимально по соотношению цены и качества. Плюс мне лично нравится рисунок лиственницы. Поэтому почти в каждом помещении есть лиственница. Это торцы перекрытий, все обрамления окон, балконные двери. Везде, где отделка деревом, это один и тот же материал, лиственница. Внутри комнаты у нас оказались балки. Это несущие конструкции, которые держат перекрытие верхнего этажа. Изначально думали обшить их каким-нибудь материалом, но посмотрели, как это смотрится в интерьере. Даже с учетом появившихся трещин, понравилось, оставили. Конструкция состоит из двух балок, которые лежат друг на друге. Купили стандартные 6-метровые и вот состыковали. Посоветовались с инженерами, как сделать так, чтобы это выдержало необходимую нагрузку. Как порекомендовали, так и сделали. На балку для ребенка решили повесить канат, но сначала вкрутили не очень длинный крюк. Дети существа непоседливые, они умудрились его выкрутить. Слава богу, никому по голове не попало. Со второй попытки я уже вкрутил крюк сантиметров на 30 и еще заполнил сначала пространство монтажным клеем. Кроме этого, пространства много. Повесил грушу себе боксерскую, повесили гамак. В угол под сетку поставили шведскую стенку, турник. Все это эксплуатируется. В итоге в пространстве оказалось много спортивных элементов, которые пользуются большой популярностью. Зона кухни, как в большинстве, наверное, российских домов, самое популярное место. Приятно, что отсюда видно всю гостиную, видно мини-комнату детскую. Вот, поэтому дети всегда на виду, не отвлекают, не надо ходить смотреть. И им самим спокойнее играть, когда они видят родителей. На кухне сделан теплый пол, как и здесь плитка. На кухне получилось удачное окно, это восточная сторона, поэтому, когда завтракаешь утром, здесь всегда светло, светит солнце. На верхнем ярусе у нас получилась мини-комната, детское пространство. Изначально его не было в плане. Когда с архитектором работали над высотой потолка в кабинете, высоту сделали в один уровень вместе с гостиной, здесь получилось неиспользуемое пространство. Подумали, решили сделать его открытым, сделать ограждение и отдать его детям. В итоге получилось хорошо, они проводят там много времени, у них есть там свое окно и свободный проход через сетку. Идею сетки предложил архитектор, а как ее реализовать, пришлось подумать самому. Почитали разные форумы, подсмотрели. Я съездил в магазин с всякой фурнитуры, сантехнической, монтажной, слесарной. И просто с продавцами подобрали скобы, которые можно крепить частично к дереву, частично к бетону. На форумах вычитали, как прогнать веревку по периметру, как закрепить по основным четырем углам сетку. В общем, сделали с другом вдвоем.
Вдвоем на нее залезли, попрыгали, проверили нагрузку. Вот, ну, детей выдерживает легко. В процессе стройки появилось желание поделать что-то самому. Вот сделал столик собственноручно из массива ясеня. Получился тяжелый, 60 килограмм, но очень нравится. Дизайн подсмотрел просто в интернете. Доски склеил, отшлифовал, получились такие поверхности. Сделал запилы под 45 градусов и склеил их. В общем-то все, никаких шурупов, саморезов здесь нету. Все держится на клею. Покраску тоже делал сам. Выбрал цвет, затонировал и покрыл маслом. Уже в процессе строительства дома начали работать со знакомой, которая помогла отрисовать свет, то есть где какие светильники, какого типа, где они будут расположены. Интерьер у нас сейчас наполняется потихоньку, то есть сначала мы с архитектором спланировали само пространство, да, то есть мы хотели вот эту большую комнату внизу, так как понимали, что кучу времени все вместе проводим в одном месте, пускай у нас будет одно большое пространство. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас.